На 145 миллионов рублей пополнилась казна Самары из вышестоящих бюджетов. Распределение средств обсуждали на комитете по бюджету городской думы. Основная часть этих денег будет направлена на строительство бассейна в Куйбышевском районе. Львиная доля идет на строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района. То есть мы параллельно отслеживаем и ход работ. Вот, и понятно, что нужно выполнять обязательства по оплате, так сказать, уже выполненному. Кроме того, поступившие деньги будут направлены на закупку техники для уборки города и покупку квартир для детей-сирот и инвалидов. Бюджет у нас социально направленный, как и был. Изменения в бюджете происходят постоянно. Сегодняшние изменения – это одно из. Конечно, оно далеко не последнее. Также депутаты приняли перераспределение средств на сумму более 35 миллионов рублей. Деньги будут направлены на подготовку города к зиме, ремонт детских лагерей и восстановление памятников культурного наследия. Все изменения были утверждены на заседании городской думы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.